А папа и алкоголь. Для тебя это особая тема?
А дочь ваша, она актриса? Ей 13 лет. Ну и что? Она актриса. Да. Да. Так. Актриса. Угу. Хорошая. Будет она в этом? Хочет. Хранили Владимира Абрамовича Этуша. Угу. Мне с ним посчастливилось работать в театре, в спектаклях. Угу. И Владимир Абрамович тоже один из немногих. Вот он терпел мои выкрутасы, и я ему благодарен, потому что угу. я очень боялся его, когда мы начинали репетировать. Я думал, ну точно будет, он меня выгонит. Угу. И Владимир Абрамович меня полюбил, несмотря ни на что. И Владимир Абрамович умер, и мы его хранили, и Князев, хотя мы с ним очень весьма поверхностно знакомы, он ректор Щукинского училища угу. сейчас, и я Князева, он ее увидел, и какие-то хорошие слова он сказал, меня как-то похвалил незаслуженно, я не знаю почему. И я говорю, возьмете в институт-то, когда угу. придет? Он говорит, возьмем. Скажи, извините, я по-другому не смогла. Да, да, да.